Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. Ну и, конечно же, моя помощница очаровательная Настинал. Да, Настинал, привет, ребят. Ребят, сегодня мы хотим вас чисто символически поздравить с наступающим 2020-м. 2020, его основные крысы. Да, как я скажу еще раз, наверное. И не раз это еще повторю, потому что год будет мышей и рокеров с Марса. Ну, кого что. Мы хотели поздравить и пожелать вам успехов в будущем году наступающем, чтобы все ваши планы и мечты сбывались, чтобы вы наконец нашли свою любовь, кто еще не нашел. И чтобы... Это мои слова! Тихо! И чтобы вы были здоровы, и ваши родные и близкие были рядом с вами. Смотрите, Нести Ноу взяла, стырила уже мою фразу. Да. Я, короче, хотел, да, ребят, пожелать тем, кто не нашел свою половинку, найти ее. И тем, кто нашел, провести прекрасную новогоднюю ночь вместе. И не только новогоднюю, короче, каждую ночь. И, короче, вместе. Будем круглый год. Да. И хотел сказать еще, чтобы у вас вообще все было отлично. Чтобы вы, тот, кто ведет свой канал, добился его популярности, рейтинги и... Ну и в работе, во всем, в делах, везде. Удачи, кайфа и... Хорошего настроения. Ну да, да, да. Ну и, конечно же, здоровья. Всем побольше здоровья. А также подписывайтесь на канал NastyNow. И Нефрайта 1987. Ожидайте новых проходей, новых игр и удачи вам. Да, ребят, ну... Как Нести говорит, удачи, я еще скажу, то что сейчас у нас видео прервется, и мы продолжим его уже с прохождения тех самых, кого мы начинали, черепашек, ниндзя, да. Rescue Palooza. Мы не прощаемся. Удачи всем. Так что да, ребят, мы не прощаемся. Ждите буквально через некоторое время, ну будет видео соединено, конечно. Мы начнем прохождение черепушек дальше. Увидимся до встречи. И еще раз всех с наступающим. Наступающим. Ну и, ребят, мы продолжаем. Настинал что-то пытался нам болтать, но мы это не слышали. Мы продолжаем. Продолжаем проходить игру черепашки-ниндзя. Рискуя Палуза. Да, и... Да, она никак не может выучить. Ну, да, я... Да, пиццы тайм, ребят. Да, время пиццы. Ну, это мы все знаем, эти заставочки. Так. Ньюги. Ну, ребят, я тут немножко считерил, как вы видите. Жизни у меня. Да, жизнь у нас стала немного больше. Ну, 101-я модель. Намного больше. Ну и куда же мы отправимся? Меньше умирать и не занимать много вашего времени. Пойдем в Джоджо. Доджо, пойдем в доджо. Ты ж мне, по-моему, говорил это в предыдущий раз, что ты хочешь шестой канал. Ну пойдем в шестой канал, меня не против. Да, мы туда идем. Так, с кого же мы берем? Вот я говорил, вот видите, появился уже Сплинтер у нас, крысиный король. Вообще, тех, кого мы спасли и с кем мы боролись. Че-то у Сплинтера скорость хреновая, жизни не очень. Атака, ну, более-менее. Этот такой же, что-то крысиный король, то и Сплинтер одинаковые. Черепашки тоже все одинаковые, сука. Кого ты взять? Кого же ты выберешь? Палку. Палку? Happy Horse News. Написано не Донателло, а Дон. Ну. Дружи. Ну и все, да что они все бьют? Отдубаси палкой. Где моя мотыга? Да, я что, должен муху бить всех? Мухи? Последняя муха. Отличное оружие против мух — это палка. Где моя мухобойка? Здесь надо быть Леонардо. Да блин!
Блять, вот так вот нахер. Блять, это что за херня? Тебе? У меня шарик упал. У меня земля свалилась. Тяжелый случай. Пап, снять смысл этого слова. Так, не походила сюда, да? Ну, наверх. Только зашли, уже тут наблюдается. Ну, дидю. Так, сберем деваху и валим отсюда. Она не пойдет с тобой, а черепах не любит. Почему? А, это эта-то, которая? Да, которая сразу хоть черепаховый суп. Которая с этим мутила, да. Как его? Главным на нашем канале. Да. Да блин. Да еще и тут солдаты, блин. Да ты че мне тут? Сюрикенами все кидают, что ли? Да. Хотя он робот, наверное, человек. Ну что, мухи все умерли сами. Мухи умирают сами. Ну, Томпсон, по-моему, этого зовут. Да вот чё? Один с тобой драйв умирал. Ёч! Верни меня на землю, блин! Что за жуки? Я таких жуков не помню, черепашка. Да, видимо, нет, я жуков что-то... таких помню, но они так не делали на Денди, который я играл. Или Верна? А, Верна это другой. Верна это который... Видите себя. Сыковый, который вечно сыкует. Виталий. Блять, ты что такое нахер? Да бля, нихуя! Эээ! Да бля, да как тебе бить-то? Да у нее бензопила мне уже достала. Да куда он гасится от моей коронки? Да его неудобно бить. Я против него тактики не могу найти еще. Нашел, зажал. Да блин! Вот ты мне и попался. Иди сюда на палку. О! Фирма! Вернон и Томпсон. Пицца, пицца, пицца. Так на, по башке получил. У-у. Кто у нас Бакстер Стокман? Да, я возьму. Так. Он как и во второй части так же делает все. Ну он ржет еще забавно тут. Ему плохо. Так, с Бакстер. Да он был человеком бы проще. Мне очень нравится, что они тут... Ой, вот так он не делал во второй части игры. Да, несу последний удар тебе. Всё. Ты, блядь, еще. О! Это же это, которая это. Так, она похитила всех. Ну, блин. Ты посмотри, как высоко. Он что, решил прыгнуть? А, нет, не держабли. Нет, мы уже едем на поезде. Рап. Не минуты отдыха. Вот эта музыка есть. Уже из третьей части. О, нихера себе, что она делает. Она ничего дерется. Да на шутка я что-то. Не-не-не, Дарк Мандер. Дарк Манда, иди отсюда. Что за бессмертная? Ну сейчас люди выйдут. Иди на палку, девочка. Да, блин.
Видите, как мы жизни тратим уже? Чё? Чё говоришь, Настя? Ты ей не особо нравишься, ну, в смысле, Донателло. Я палкой замабахал. Но мы её победили. Чё, тут три босса сразу же. О, Ирма Бьорн, вот как его зовут. Вернон, Бакстер, Карай. Вот она, кто была. Она Карай нас, покарай. Куда пойдем, куда пойдем, куда пойдем? Тебе ты выбирай. В измерении X. Ну и кем мы будем стрелять сейчас? Ну это сила нет. Вообще все по единице. Ну да. Так, ладно, Лео возьмем. Это Леонардо, в него мечи. The Dimension X Story. Прикинь, это был Микеланджело и был с мечами. Микеланджело. Что, путаешь? Жжем руку с камнем. Блять, каменные солдаты поперли. Ты не справишься, живи каменным солдатом пушки. Чтоб были. Блять, еще выжили что ли? Я же вам коронку сделал. Похоже, твоя коронка их не впечатлила. Я как солдатика буду вам подкидывать. Так. О, леталки эти. А эмблема ноги. Та-да! У меня штука есть. Всем трындец. О, блядь. Что-то нахер. Ух, блядь. Что за динозавры нахер? Ой. Они крэнгами становятся. Так добей уже крэнгов. Я что и делаю? Нет, а еще один. Да. Бейсбол играешь, что ли? Чё? Бейсбол, говорю, играешь мечами-то, что ли? Ага. Так, ребята. И двое разных солдат, да? И мне насовать. О, эти летают. Угу. Как они? Там путешественник, парень. Я забыл, как их зовут. Ты чё живой? Да, повязка здесь выглядит как Донателло, блин, реально. Ага. Может, это из-за освещения так кажется? Ну, так то, что тут фиолетовый. Так много. Ты что, такой живучий, да? На, нахрен. У меня хелс он кончается. Это слишком много разных противников, которые еще стреляются. Угу. Пипец. Как они их? На И как-то что ли их зовут? Эти. Бля. Это эти. Это солдаты. Ну, видимо, у них такая же машина. Либо они ее стрелили. Машина, конечно, неплохая, могли бы ее себе забрать, но иначе нам этих мудаков не убить. Блин, все-таки завалили меня. Я так надеялся, что не получится у вас.
Ну, так вот. Ну, летающая тарелка, это из третьей части. Бе! Нет, к нам-то кто-то идет. Привет. Он сказал, что мне хочет ликвидировать. Пошел какой-то гуманоид. Гуманоид, иди отсюда. Нами на земле хватает гуманоидов. Заколебал свой топор китай. Это дровосек, я поняла. Какой-то он... Не дровосек, какой-то он на букву Г. Плохой дровосек. Да. Мне начинает не нравиться уже, на нервы действует. Он уже мигает, вот и все. Ну конечно, сейчас мы телепортируемся туда. Как интересно, блин, как там под без этого-то? Действительно. Так нас четверо? Почему не один? О, блин. Ой, они еще разговаривают тут. Да. Это такой голос у них милый, но они какие-то разные. Они же похитили-то. Этих, как их, порог, кстати, ебивов, ну, вот этих-то, бегим, носорога-то и этого, и кабана. Они такие милые. Так у него что-то делает, ры-ды-ды-ды-ды. Да, на джойстике это было бы интереснее играть. Догонялки. На джойстике-то вот прыжками бы я замучил бы их. А мне тут прыжками неудобно делать. Просто прыжком ты его добил. Опять налетай. Ладно, не давай себя зажать в угол. Да я пытаюсь. Это полный. Так, блин. Шредер. Шредер, сука. Я вас тут каменных солдат. Чего у вас так много-то? Ну, ты сам пошел в изгнание X. Да, ну да, это же ихняя территория. Сразу упал. Так, кто... бля, замораживалки. Не люблю. Сломал. Там, бля. Заморозила. Да какая на меня в воздухе? Позы жесть. Да блин. Сколько вас тут? Три было. Так, блядь, кто сейчас? О, каменный солдат. Ищ, два, конечно же, блядь. Два дебила этой силы. Надо одного к нам первого вырубить. Сейчас меня вырубят, конечно. Я не могу поверить, да я тоже не могу. Но они как-то вот... Блядь, ни хрена у них удар, это жизнь отнимает. Ну да, ты, это самое, в опасности. Ну да, здесь был Рафаэль. С его коронкой, но... А толку-то? Ну,
Опять убили. Капота. Один развалился. Кучка. Кучку оставил. Теперь этого надо. Обложил кирпичики, да? Угу. Камушки. Трындец. Да ты! Хватит мне стрелять. Да он не только стреляет, он еще и бьет тебя. Да, вот именно что, сука. Он вам стоит такую выгодную позицию для него. В отличие от меня. Сейчас такой живучий такой. Ну что, сейчас трындец он придет. Надо было зажать его. Вторая кучка. Калабанга! Да. Во, мы освободили этих. Да. Даск, Кала и... Зак. И Зак. Во, что это? О, бонус какой-то. Мини раканчик. Выбирайся, так, что получится. А что мы будем играть? Так, я сейчас буду летать по ходу дела, да? Ну, видимо, да. Так, Бутон за Ронан. Ну давайте. Та-та! Она в пиццу ловит. Надо, да. Надо, видимо, очевидно ловить. Так честно. Так, поймал кусок. Ну как бы двигаться надо. Есть. Так тут не двигается он. Здесь просто надо ловить. В одном месте ловить пиццу, да? Научился вроде бы. Дай только приноровиться. Да. Ой, жизнь заработал. Круто. Ну что, последний уровень куда-нибудь сходим? Куда-куда? Давай пойдем к Эйприл. Куда к Эйприл? А, Эйприлс. Тут написано Эйприлс, тут Эйприлы. Там Эйприлы. Это Ютуб. Эйприлы, видишь, Эйприлс. Нет, там вверху палочка. Это антракс какой-то. Я не помню нет. Такого. Жизнь немного того, а нет. Круто, такой. Я пробую за него сыграть. Ну попробуй. А вы жизни не вас не обещали. Это Mission Loft. Да. Изменя как начало уровня, как начало мультика. Так это уже давно так было. Ну так, блин, это так, вообще такая ностальгия. Чё, первый раз мы заметили. Ой, блядь, полезли. У тебя есть бластер. Ребят, подписчики, кто помнит, как их зовут? Вот этих ребят. Вот это круто! Вот это крутая коронка машина-то! Я забыл, как этих ребят из измерения X-то зовут вас. Пишите в комментариях, кто помнит, как их зовут, называют. Конечно, не знаю, ставить Люба. Да-да-да-да-да. У меня так долго коронка крутится. Она, сука, такая мощная. О! Я тоже да. Хочу. Так, у меня есть большая собачка. Так, что ты хотел? На тебе. На тебе. Заколебали его мне с нее скидывать. Взяли, сломали. Сломали. Ты че вот мою собачку? Это не собачка. Ну, эти собачки же ведь. Штуки-то, которые кусаются-то. Крабики-то эти. Еле машину вызывает. Такси. Это всего лишь такси. Я Супермен. Я думаю, что Супермен более-менее сильно летал. А тут вот так присел, так выдать. А так прикольный парень. Выглядит так стиленько.
Эй, зажали, зажали, я в ближнем бою никак. Машину? Главное, вот этот уровень выглядит как этот, здание этого. Шестого канала из второй части игры. И музыка такая же. Ну это место, ну апартамент. Ой, эти же так и вылезли на этом же месте. Вот им прикольно зажимать, вот этих козлов. Там я должен будешь Шреддер похитить. Ну так же все и находится даже. Ну как странно. Вроде бы не здание этого шестого канала. Эти пылесосники, я их называл раньше в детстве. Ну, они действительно похожи на пылесосы. Кирби, блядь, пришел. Чистый дом заказывание, вот, ребята, вы видите, сотрудника Кирби. Эти не заказывал. Да, вот пришли, видите, тут почистить ковры и все, и выбить тут пыль лишнюю. Я чувствую, после нашей битвы с этим всем вот этим мелочью придется чистить ковер. Ребята, кстати, это, да. Теперь вы видите, как выглядят сотрудники Кирби. Не пускайте их. Вот так же модуль приехал, блин. Как и во второй части бы игры. Ну тут уровни-то похожи. Готов? Ну, только здесь был Брок, кстати, один. А нет, они его по эти два придурка. Блять, ребята. Да и. С вами неудобно. Я знаю, что Рок, кстати, он психопат, который будет носиться туда-сюда. Ну так он косорок. Так и Бибоп так же умеет. Я и носорог, отличная команда. Так, я нашел, я вошел в такт. Я нашел такт, как их валить. Вызываем машину? Нет, они меня убьют все-таки. Да блин, забегали вообще, забегали, забегали. Козлы. Машину? Добил. Вот мы и спасли Эппи. Шреддер, как и приходил. Спасли. Хрен. Она у меня интервью решила взять. И он слинял. Здесь не так, Эйприл. О, The Rock, кстати, и Бибопа можно сыграть потом будет. Конечно. Ну ладно, ребят. На сегодня это все. Да. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять комментарий, нажимать на колокольчик, читать наше новое видео. И вступаем в две группы ВКонтакте, пока присоединим к нашей 90-е. Добро пожаловать, заходите. Все ссылки есть в чате канала. Да, вот именно что. Ну и всех еще раз наступающим. Наступающим. Ну и пока-пока. Увидимся в следующем году. Чао. Let's rock.